Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5, в которой я играю за Марокко. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании. Все-таки всегда лучше начинать с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. У меня еще тебе не получится. Я вышел в мастерские, кто-то еще один вышел в гильдии. То, что двое человек вышли в гражданскую службу, и еще один в теологию. Ты хочешь до конца игры воевать? С кем? А, ты про... Нет, я думал, ты про технологии уходишь. Ну, я вижу все твои мидкарлоки, и ты открыла гильдию. Слушайте, а в компас случайно не вышел никто? Какая-то разница больше? Раз, два мидкалука, два обычных лук. Ну да, два обычных. Апки собираешь, строишь государство, апаешься. Я ни одну дань еще не собрал. Как я могу дань собрать, если я не первый парень? У меня 450 голды. Смотри, я не первый парень, я не могу дань собирать. Окей? У тебя только что бабок не было, уже появились. То есть ты одну дань уже собрал. То есть, у меня вообще-то первый звук. Плюс 3 голды? Ну, то этого было побольше. Бля, встретил Россию и стало грустно. Вы что тут... Опять на меня что-то португалец мошнит, хотя тут такой русский. Давай, не отмазывайся, хорошо. Хотя тут русский говорит. Плохо. В компас никто не вышел? Нет, Лёш, компас я не знаю. Построили уже давно фроски. Построили, да? А я что-то не смотрю, не привезли. Построил. В компас. Компас не нет, еще богословие, они откатывали таким дигом, значит. Потому что я его не... Держу в курсе. Викс, если ты там на воде или рядом, то пиши строить армию какую-то. Что, почему? Ну, короче, понятно. Капкан даже запись не пишет и против меня играет, короче. Когда сосед русский. Подожди, то есть против тебя играют? Ты открыл богословие? Я не открыл богословие, давай начнем с этого. А кто ж тогда открыл? Ну, я не знаю, как ты обычно ищешь, кто открыл. Ну, я просто... богословие открыл Сиама, что? Я открыл гильдии. Сиам еще несколько ходов назад кричал, надеюсь, там никто не строит. Какое-то чудо это... Нет, я не говорил такого тоже. Нет, какое-то религиозное чудо ты... Нет, ты кричал, надеюсь, он не в теологию вышел? Пожалуйста, не в теологию. Я думаю, что ты просто какое-то религиозное чудо строишь. Вообще, да, хочется. Ну там кто-то уже тоже вышел, так что это вообще забей. Там двое... Нет, там один. 200, нет, там двое... 193. А, ну ты Дига не встретил, я понял, вот эти... Нет, там там 193 в теологии. А у меня 202. А, я Викса не встретил, это Викс. А, это еще лучше. Улетел. Викс, мне кажется, просто боится, что на него сейчас нападут, и он... Ардин, если ты там думаешь... Можно... Лясы бывают, то... Не, Леш, мне кажется, это Тарнус тоже. Слышите, что? Вов стоит через льды. Не, просто ко мне... Что стоит? Его стоит через льды. Ты а чё ты вообще сюда поставилась? Это не твое море. Ну, классное место. Хорош, хорош, хорош. Я просто оповещаю, что у меня сверху льды. Слушай, там... я думаю, что учитывая, насколько ты агрессивно ко мне настроен, я тебя не буду пускать к своим караванам. Ну, а я тебя к своим. Ну, не пускай. Я слушай, не... Рио, а ты его города... Ну, уплывай тогда, португалец, вот, Вот ты что-то тут придумаешь, враждебный, я себе государство нашел. Конгер на чуде, пан. Нет, дальше, после Мбаза Конга, мои земли, не ходи, пожалуйста. Слушай, Леш, ты там армию строй, потому что... Да-да-да, стенку забрал, первые такие звуки. Потому что... У типа... него рано или поздно домик и кончится, и придется армию строить. Уран у него, да? И что, я не буду один на один воевать с русским. Слушай, я держу армию какую-то там, я второй, у меня 30 тысяч.
чуть-чуть. Ну, я третий. Галец даже ведь. Все отлично. Ну да, ты меня заставил построить армию какую-то. Ты, что-то ты или для Лавенты, или ты решил со мной повоевать все же. Я сейчас по КД буду тупо мидкорей строить. Ты вообще нормальный или как? Че, у тебя сисочка на лай облеплен юнитами. Четыре юнита! Сиам, ты на всякий случай держи армию, если чё. Потому что это военная нация Португалия в любом случае. Военная нация. Держи в курсе, если играешь. Военная. Ни разу ни лодки не строят. Наземные юниты. И всё, какую-то дичь теряешь, вот. Ты вот сюда, сюда город повёл, зачем ты, если это не твоё море, то вообще... Ну, у меня деньги вроде на апгрейд в арбалеты он не держит. Если ты хочешь на арбалях повоевать, давай. Ну что ты несешь? У меня дик на воде. Тор что-то тоже дичь несет и. В смысле, Сиам на воде, у этого есть города на воде, у этого как его. Того, у этого всех есть, да. Это жестко. Только у кого-то одного нету армии, эти 16 тысяч, это у кого? Викс, я сейчас подстрою. Да Виксу там в Ниневе один ход, один кайк, так что... Во-первых, да, во-первых... Лучше построить. И во-вторых, типа, это самое... У меня очень места хреновые с этим русским, такие холмы. Слушай, сложно. Я бы поставил какой-нибудь город вот, правее там, такого озера, и снизу озера. Отъел бы его караван, нифига все было. И медь. Ну бы, я на медь поставлю. Не знаю, вот говорю. Там и ниже меди вот. Под гору. Ну, не знаю, в общем, я там посмотрю, как от чего. Прям верю в тебя, Викс, то, что ты можешь. Вот Биткорей ведет своих. Братик, твои стоят так же само. Мои стоят прям. Ну ладно. Мои у города стоят, все нормально. Мои у города, да? Он стоит на холме, потому что через реку тебе прямо на рел переходить, поэтому это лучшая позиция. Ну слушай, давай. Что давай? Ты видишь, ничего не предлагаешь, ты говоришь типа... Чё, а что я тебе могу предложить? Да, вышел, я в теологию, вышел в теологию ради чуда, подстроил армию ради того, чтобы Мракешу сейчас помочь. Ты вообще меня не слушаешь. Ты придумываешь себя и все. Давай просто не общаться, раз я придумываешь. Мне заняться нечем, что-то выдумывать еще. Так это мне прям надо. Кровь из носа. Так, давайте порастем теперь. Ну да, кто-то уже в арбалетах. Не я. Я, пожалуй, выйду. У тебя есть план. Это не тот ли план? Ну чё, русский в арбалетах, да? А, ну, судя по тому, что да. Два апнул. А, у него арбалеты, да? Ну я к тебе дорогу пошёл вести. Слушайте, ребят, вы там марокканца спасайте. Потому что, ну что это? Можно, в принципе, все троём пойти. Спасайте. Или просто его, типа, просто убейте просто, или что-то так. Ну, потому что, ну, это... Просто убейте русского. Да я шучу, ладно. Знаешь, нет. Тут проход в одну клетку между горами. Значит, ну, просто, значит, дефайте этого Лёшу. Но он не сможет толпу задефать все равно. Сколько бы не пришло юнитов, он все не задефает. Вопрос только, как к нему проходить? Что это игра вообще проходишь? Эта игра все вот ближе и ближе сходится к тому, что мы на сотом ходу распределим места. Прям очень похоже на это. Ну не знаю. Я не знаю, зачем вы сретесь постоянно между собой, когда есть один типичный лидер. Типичный. Икс вообще-то тоже неплохо идет. Но у него джунгли я не вижу, конечно. Русский, ну у Викса просто очень хорошие чудеса, да. Так у него пока не. Ну, два города по десятку. Я бы привел сейчас Мидкорей к тебе, но... А Житомир какой по счету город? Уже 11, если что. Житомир третий.
Я не знаю, что там. Водный караван просто. Львов без водного, потому что это чужое море. Он тоже был уже высокий. О, пикуап. Что мне не работать? Да боже, успокойся, я не буду тебя убивать. Сейчас бы идти захватывать сям, когда у нее слоны. Ну что ты? Ну да, вот, все, он уже концентрирует армию около Питера. Да его спалили уже. Он как вы видишь, типа стенку собрался. У меня 5 ходов арбалета. Я пойду долбиться как-то тут. Через ущелье. Да не надо. Веди сям. Нет, от Муанса Луанга через Момбасу. Или мы идем своей армией. Или мы идем все тебе месить. Тебе победу никто давать не будет бесплатно. Так какая победа? Я все равно не снимаю. Ну какая разница? Нет, я тоже не снимаю. Но да, типа понятно. Есть... Знаешь, это все равно не так играется. Если ты сейчас как португалец бы дал на обычных лучников там, ну, хотя бы я бы тебе привел 6 миткарей. Спасибо, давай я тебе ничего не буду давать. Ты мне там деньги как отдавал, хорошо? Через я и сам себе могу арбалет рядом. Распространи религию, у тебя появится 67-67. Не миссионером, получишь себе 130 голды. Я хочу укрепить. Я хочу укрепить. Я что? Слушай, ты привел на чужое море город. Какая разница? Что, и теперь мне все выйти с игры и отдать тебе львов? Да. Нао везде доплывут. Что ты переживаешь? Если Сукатай стоит на равнине и вокруг равнины. Если ты вдруг мне начал там угрожать как-то. Ну вообще-то Тик тоже на море, мы можем тебя попилить. Я понимаю. Я с другой стороны моря. Для тебя. Ты сыграешь только дигу в плюс. Можешь, конечно, как дурачок пойти повоевать со мной. Это тебе победы не принесет. Не, Сям, я последний по всему всю игру. Я очень рад буду, если мы будем друг друга защищать. Ехали, Сэм. Дик, а ты здесь при чем? Ты вообще там на отшибе. Я к тебе не смогу привести войск. Тут португалец бегает очень сильно. Окей. Чё? Ну ты, конечно... Слушай, а ты чё ждал, то что я войск буду? Да я ничего не ждал, боже, я с тобой мирно собираюсь играть. Зачем мне тебе убивать? Вот понт, скажи, вот смысл? Тут уже другой вопрос, твои намерения. Нам сейчас вот это вот закусываться, пока там русский выносит леску, получает себе ильник и потом строит альгамбру. Просто казаки с четырьмя прокачками, с киликом, ты понимаешь, что буду делать? Нет. Если нет, то я вот в курсе, что они делают. Вообще ни разу не видел казаков. Ну, понимаешь, к сожалению, халява у Александра, поэтому, наверное, так быстро все не получится. Поэтому... Если ты знаешь, кто-то такой, знаете, наверное. Вот поэтому. Был бы Лонгсандером, сейчас бы, наверное, уже игра бы завершилась бы, да, вот. Ну. Вот. Не, все правильно он делает. Надо было выходить в арбалеты и пытаться воевать действительно. А что, я у него получаю, я так понимаю, что я у него единственный сосед вообще, в принципе, да? Да. Ну да. Но вообще Викс слева может напрячь. Нет, по этим. По холмам, по этим я его никак не напрягу. Ты видишь эту территорию, лорд? Ну, да, ну, я все разведал. Ну а как ты можешь, как я тут? Тут одни холмы и горы. Как тут? Тут один проход. Тут один проход. Тяжело, но можно. У нас вообще в одну клеточку здесь. Ну, у меня тоже снимать на клеточке. Проходы. Ну чё поделать, продаем мы. Что значит вы продаете? Кого продаете? Ну он типа боится меня, поэтому хочет. Ну тогда надо, если вы продаете, тогда давайте места делить. Что могу сказать? Не, ну чё, Дик вообще не заслужил свое место. Иди дальше, и чё ему еще отдавать место какое-то? Да, вы вообще здравомыслящие вообще или что вы сейчас вообще делаете там?
Какие сейчас там у вас... Ну, а по сути, на самом-то деле, мне никто, вы его даете. Мне никто ничего не может сделать. Ну, в плане... Ну, а три арбалета поставят в этот проход, клеточный будет убивать, и все. То есть, порту, там... ему тут через джунгли идти, это надо быть... Ну, это тебе дороже. Слушай, реально? Тебе дороже. Вот это страдать этим вот. Ну что, делимся, парни? Продать соседа. Подождите, вы вообще, вообще себя слышите? Он еще ничего не захватил, ничего не сделал, а вы уже делите места. Ну, вы нормальные? Халяв, я выхожу в универ, в эти самые, да, в универ, ты мне ничего халява, не делаешь. Халява, ну, а ты чем? Прости, но у меня пятая игра, последняя. Я буду делать что угодно. Нет, я в плане... Я пойду долбить от тебе через одну клетку. Да хорошо. Кто-то там вышел. Тем временем. Я со стенкой... Ну, ничего страшного, Ростов, тут так много клеток, слушай, у него прям вот. Подхожу к городу, стреляю, вот стенка прям мешает. А там левее Лавенты есть проход? В одну клетку. У него уже 50 тысяч армии, а у Викса, блин, 20. Викс, он сейчас тебя захватит вообще. Ты... Викс, Викс, не слушай, ты мне вообще... Я просто убираю Халецкого чисто из-за того, что это единственный сосед, который может мне помешать вообще. Ну, то есть... вообще, да. У нас с тобой, у нас с тобой хреново прохода. Да, это идти к Виксу. Знаешь, это... Викс, лучше построить армию. Да нет, я-то построил, у меня деньги на объезд. У меня есть лучники, я прапаюсь. Мне тут делать не в этом. Тогда делай это уже сейчас. Да ладно сейчас, сейчас буду сливать деньги. Вот сейчас, когда вот я увижу вот у себя арбалеты под границу, тогда буду делать что-то. Ну а сейчас смысл. И не будет он на меня идти, но вы просто вид ту терру вы не видели. Тут все в горах и в холмах. Один проход. Я видел, там, там можно пройти, может. Если он Килиманджаро забегает, Халецкого, он к тебе пойдет, ну, потом. Вот тем более сейчас меня увели вход с Софию. У меня еще деньги есть. Поэтому у меня все нормально. Конечно. Построил все-таки Айю Софию, да? Записываешь. Так, а кто-нибудь мне хочет вообще что-то помочь, не в плане прийти... Вообще, а почему вам всем не объявить войну русскому? Хотя бы начнем с этого, чтобы у него не было счастья. И дайте мне каких-нибудь денег. Вы просто посрались между собой все, типа, и решили вообще никто ничего не делать. Ничего не помогать, не... Вообще без проблем, изи. Я ему два люкса даю, кстати. Мне бы кто-нибудь кинул тоже трейдик. Ну, смотри, лординг, я тебе могу счастье подарить. Так, ребят, давай. Остальные объявят войну России? Да, может, пойдем. Я с ним не торгую. Я уже... И что? Он опять сейчас в союзе с какими-то государствами, и опять сейчас что это штраф. Это не будет штраф тебе. Ну, догадайся, что мне, типа, не надо тебя убивать, мне надо идти убить халяву. Лёш, ну, он... короче, Лёш, мне... А вот так не можешь ждать? Вот так вот. Вот это очень хорошо. Подожди, я бы сейчас... Халявой много кто граничит? Или он сказал, никто не граничит? Да какая разница, много, немного. Как ты его будешь убивать? Я вижу, между вами невозможно пройти. Просто идти. Да, я не вижу тут вообще прохода у вас. А нету выбора. Одни клетки. Типа, в смысле, по одной ты парашютами будешь прыгать? Нет, так? Просто идти и долбиться. Что? Не убьет и армии, он не убьет, если Викс еще подключится. Тем более, что армия его у меня сидит. Вы там пройти можете спокойно. Можно подключаться как можно больше людей. Так, я... Он занимается вообще какой-то дичью просто. А что там по молоткам, ребят? Я тут потихоньку догоняю его, а вы-то? У меня 65. Ну, я отлично. Вообще какой-то жопе. Я 75, отлично идем. Я, правда, да. Будет потом напрягать то, что дик может приплыть. Вообще, я упарюсь тут. У меня баллиста есть, парни. Что, дик, а почему ты лагерь тут не защищаешь, который тебя от Улуру? Ну, я думал, ты зачистишь. Ну, блин. Окей. Просто как бы... Ладно. Я сейчас, конечно, загорю, если на меня поедет португалец. Да не пойду, я успокойся. Я поставил клетку вина, потому что апнуть надо следующим ходом. Слушай, лорд, ты так с ним общаешься, как будто его... Это 20... Чуть-чуть, ну, это целую. Наверное. Что?
20 часов как будто не в интернете, в целом так с ним общаешься, знаешь, блин, и самое. Ну, он все прекрасно понимает, что происходит. И если он мои города заберет, он может прискейлить кусок. Вообще нет. Может, а если в это время заберет русский мои города, то ничего не получится. Знаешь, тебе я сижу... Не на такие хорошие, как ты думаешь. О, меня кстати, это... Халецкий, давай я тебе, давай еще так вот помогу. Потише. Это ты мне помог? Да. А ты знаешь, что же такое помощь, а не обмен? Иногда это одинаковое понятие. Мне кто эти деньгами кто-нибудь хочет помочь? Совершенно случайно. Ну я тебя не нашел. У тебя ж есть бабки какие-то. Ну и что на эти бабки можно купить? Собрать мамбасы, лавенты, дань. А, то есть мне взять армию, отойти от города, который осаждает русский, пойти дань собирать. Тебя какой город осаждает? Я хороший знаю, план, какой... Рабат и Фес. Так, после Рабата... Если ты 5 ходов продержишься, ходов 6 продержишься, я к тебе приведу... Ну, я стараюсь. 7 арбалетов. Сильно. Да, сильно. Я всю игру иду последний, там, всем. Только какая-то интересная партия, хотя бы всем не все равно. Еще не хочется проигрывать, я и так и пятый, и шестой. О, это не русский, пожалуйста, нет. Это русский, я же русский, говорю. Русский. Фиаско. Да, это фиаско, братан. Ну... Да, в Циви, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре, и ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются, выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Лёша играет» и получить бонусы. Да, прикольно. О, Арбат начал. Потихоньку. Подрезаться. Надо, чтобы ты возле лавенты просочился. А там ещё лавента мешает, копья поставила. Ребят, вы вместо того, чтобы другу какие-то советы давать, просто что делали бы? Но вы такие, брать, все такие, делаем... знаете, самые умные, могут рассказать что-то другому сделать. Не, ну подожди, ты видишь, что арбалеты мы открыли с лординга? Зачем? Я вообще ничего не слышу, что вы делаете. Я еще не открыл арбалеты. Я просто слышу, что вы каждый ход, как белки-истерички такие, русский Рабат уже по... вот такого типа. Я уверен, что каждый из вас сидит и ждет, что кто первый что-то начнет делать. Я уверен, значит, у тебя какие-то... Люди вокруг тебя. Просто есть повод. Вот, русский напал, все, я не знаю, что вы там дальше обсуждаете. Какие-то вещи. Он только эти города Марракеш. То есть, ты лидер, ты еще усиляешься, камон. Куда тебе жалеть? Я усилюсь, Слушай, если ты заберешь Сиама, я думаю, ты тоже хорошо усилишься. Не заберу я его, я не буду забирать его. Пойду тебя долбу. А кто-то уже в Альгамке еще. Ну это он же, типа, камон, что ему надо, кроме армии? Чего? Да, это жестко. Да, это жестко. Правда, это жестко. Он что, инженерил я? Чё ты не видишь? Это инж. Что у меня лагает. Ребят, да, если бы еще лагов этих не было, то было бы вообще зашибить. И 5 секунд только что было. Похоже, у меня только что было. Вот теперь ты. Не сошлось, да? Но с халявой у меня что-то 300 пин. Ну это бред, когда вот начинается война и такие лаги. Лагает. Это у меня, да, я не знаю, что сказать.
Ну, вроде сейчас все пошло. О, молотки подрубил. Продвигайте. Друбил. Что, водный караван пустил? Нет. На один молоток вроде обогнал русского. Просто русский, наверное, на еду какой-нибудь переключился. Да. Он укрепил на еду. Ну чё, ну чё, мне с ним тратить палку. Себе еду сейчас бы еще укреплять. Знаешь, ты, конечно, играешь. Слушай, Лёш, ну он последний по счастью сейчас. Ну все, это значит выигранная нами война. У нас трейд спал, я с ним меняться больше не буду. 30% у него, это сколько по улыбкам? Минус 5? Нет, это минус 10. Братишка, чё-то пошло не так. А, так мне 3 человека войну объявили, что ты хочешь? Нет, нет, я тебе не объявлял, у меня с тобой просто сплотрейд. Может, самое время замириться, русский? Как там, где? Бля, Капкан, смотри демографию, я последний по всему. Я тебе еду не буду давать. Я последний, последний, абсолютно последний всю игру, алло. Так ты друзей заводишь, так, или что? Ладно, я буду первый или средний, я в последний. Дай мне чуть подняться. У тебя есть два города, еще кроме столицы, у тебя есть бабки. Ты можешь спокойно пойти себе фрегат и еще и потом мне устроить игру. И не буду ничего делать тебе в плюс. Ты укрепил на еду, ты ожидал это, должен был ожидать. Тебе не буду давать бонус, я его не получаю. Не получаю ни молотки, ни еду, и нет религии. Ты получаешь бонус, это нечестно. Я на последнем месте. Вообще не роляет. Ну, типа, ничего такого, если я чуть... А этот писатель ходил или нет? Что, минус писатель? Кто мне вообще войну объявил? Это вот так, вот Дарина. Вот, я не хотел. Сейчас еще убьет. Тикаю. Как же тяжело дань собрать. Не, я ставим пизди собрал. Чё-то. Я просто вторая армия. У меня такая мне 40. Ребят, дайте мне денег, пожалуйста. Вы там собираете дань, вы можете мне дать денег? У тебя... Ты стены хочешь? Нет, у тебя ж есть собрать стены. А фес? Я фес, не вижу просто не собираю, фес. Да. Дал вам кто-то, дал вам. Кто мне? Никто ничего не дал еще до сих пор. У меня и было 265. Так, слушай, я сейчас вам обоим просто войну объявлю, чтобы вы счастье от меня не получали. Охреневшие полностью сидят, ничего мне не дают, ни один. Ни один из игроков, никто мне ничего не дал. Счастье даем. Да мне не надо. Господи, вот вы... Сейчас быстрее лягу. Вы почему-то считаете, что я должен обороняться от лучшего игрока этой партии по развитию? Просто на своих каких-то. Лучший. Во сколько ты хочешь денег? Ну хотя бы по сотке с каждого. Вы там дань собираете. Ты уже как минимум 200 вы берете. У Дига 400 голдов. Давай, он тебе первый даст. Я не вижу его, я не нашел ни Дига, ни Викса. Пусть через Викса передаст. Я и Викса не нашел. Хорошо, пусть через меня передаст. Короче, что-то это жесткий капкан. Да, слушай. Смотри, ты идешь. Он сейчас тебя захватит, капкан. У него уже минус по голде. Он денег не отдает чуваку, на которого лидер. Дик, у тебя 400 голды, ты можешь во фрегаты пойти. Я не буду никому ничего давать. Мне важна моя столица. В первую очередь. Она водная. Была бы она наземная, я бы не переживал. Давай не беси меня. Я чуть-чуть. А если ты не хочешь воевать на фрегатах, зачем? Подождите секундочку. Потому так, что ты бонус получаешь. Короче, подожди, стой, давайте я паучи. Капкан, можно я поговорю? Я воюю в этой сейчас игре. Капкан, ты мне сейчас деньги даешь? Что тебе лучше, тебе денег дать или арбалет в двух лишних привезти? И то, и другое, потому что деньги мне нужны на ап арбалетов, а... арбалеты для того, чтобы воевать с русским. То же самое. Я собрал дань, я сейчас могу или апнуть, или тебе дать. Вот что лучше. А, лучше апни тогда. И... Не, подожди, хотя... Нет, если мне португалец даст денег, то лучше бы ты апнул и привел. Дашь ему денег? Я свои апну. Дик, ты дашь денег? Португалец, я конкретно тебя спрашиваю.
Мне сто золотых ты можешь дать? Голды. У меня минус идет. Дик, у тебя мне даст 100 голды, я тебе дам 200. У тебя 450. Дик, дай 100 голды португальцу. Быстрее, 40 секунд остается. Ты таким образом померишься. Я свое, я... Капкан, а я тебя не нашел. Передай через... не знаю, кого-то. Тик, ты меня нашел, дай мне тогда. Капкан, 30 секунд остается у тебя на решение. Ну, давайте там тоже 100. Давай быстрее, 20 секунд. Мы не можем откатывать по правилу. Я понял, принимай. Все, капкан дал деньги. Все. Давай, давай тоже. Да. Ну, 100 голды, ну не знаю, я тебе давал даю, не знаю. Посмотри, Дик сидит себе успеваю, и ничего не делает, потому что он как раз таки тебе на фрегат. Ну, на следующий ход. На следующий ход, да. На следующий ход передашь, что ты циклился на своей войне. Потому что я взял эту фигню, потому что у меня реально все плохо. Все плохо. Это случайно выиграешь игру. Это фиксовская. Получайте. Спешитесь. Мы перенаблюдаем. Давай убегай скаутом, не блочь клетки. А, я убегал от него, там он колясками меня догоняет. Ну, тут уже не догонит, я не знаю, он Лёш, поставил. Он тебе передал 100 голды, да? Португалец дал 100 голды еще прошлым ходом. Хорошо, так. А я тебе кидаю халецки. Подождите, у меня война идет. Сейчас, первым делом я, конечно, тут смотрю, что вы мне кидаете. И Сиам тоже дал. А, ну все хорошо. Видишь, не зажидил. Ну, честно говоря, лучше бы сам апнул и привел. Я вообще-то апнул. А, ты апнул? А, тогда я отлично. Я пожертвовал дружбой Мамбасы. Подожди, а ты там говорил, что там типа 6 арбалетов будет? То есть все это в итоге в 2 только вылилось, да? 3, 4, 5. Еще сейчас 2 достраивают, 7. Еще сейчас апну 2. 9 уже. Это прям как-то у меня 4 арбалета, 2 пикинера, а 5 арбалетов, у меня 2. Да, это жестко. Видишь, там у тебя 9 арбалетов, как же у тебя там 3 арбалета? На следующий ход будет. Следующий. Ну, посмотрим. Я-то деньги не коплю. Что-то у тебя минус 11, прям все печально. Да, у меня только одна дорога есть. А кто в Нотр вышел, его не строит? Ну, русский, ну, наверное же. Как он и Вальграм был в Нотру, это... Ну, сожжение. Блин, у него... Да, много он выходил в Нотру, успокойтесь, я не думаю, чё может... вот эти вот... Вот он плохой, такой весь плохой. Так ты плохой? Плохой? Да, плохой, ты плохой. Да. Это вообще не обсуждается просто. Смирись! А там под русским нет никакой ГГшки, если чё, забрать у него бабки? Вроде нет. Ну я, правда, не точно. Это не точно. Ой, блин, я тут дорогу надо было. Рим. Лавентивай. Слушай, Дик, мы с тобой осилим там лагерь? Как все-таки? Давай, приведи юнит, я тоже одного. Тут есть тупо я сейчас с рабочим есть, походил. Есть, сейчас, хотя, сейчас может, мне вот так дорогу провести. Я наоборот как-то пока да типа, слушай, по что-то не забиваем вот на игру. Это Лиссабон. А, я понял твой план. Проверяй. Я хорош. Не, ну город на 4 рыбы. Слушай, какие 4 рыбы? Это проплыв на другое море. Я воевать не собрался, но да, это проплыв на твое море, поэтому Львов-то стоит. Я в самом начале игры разведал проплыв. Хорош.
одобряю. Ну, сори, блин. Типа, это не к тебе проплыв, тут жемчуг плюс. Город неплохой, думай, что хочешь. Я и так с тобой не воюю по наземке. Еще не поздно отойти, еще не поздно. А ты говорил, там вторая армия станет, у меня же до сих пор она. Сейчас мне 50 тысяч. Ты там в сказке про 9 арбалетов. Сейчас посмотрим. Я не понял, зачем он тут крепость поставил. Или у него еще одна, еще один есть генерал. Вроде нет. Нет, тут максимально тяжело будет воевать через эту клеточку. Воюй, обстреливай. Нормально, это все нормально. Обстреливай арбалета в первую очередь, а не коляски. Ходишь в конце хода или это шип был? Да. Вот это вот что за лошадь только что умерла. Конца хода. Нет, у меня вторая армия теперь. Прям вот Сиам. Таймер закончился у тебя. Сиам, лошадь. Блин, что? Ну... Ну, говорю, арбалет обстреливай, что ты спишь? Слева. Что? Как что, объяснишь, что? У тебя таймер закончился, а лошадь походила? Я не знаю. Объяснить, я не знаю, а какой-то лошади вообще. Он, наверное, на автомат только... поставил. Ну, на автомат побитую лошадь. Не, ну правильно, то это если ходит юниты, это вопросы уже. Несомненно. У него записи, конечно же, нет. Я же, конечно же, не могу удостовериться. Кто это за мув был? Кто-то в Голиас вышел. Они дешевые, но... Да-да-да, все. Мне... Да, как же ты меня бесишь. Поверишь, ты меня так же бесишь. Блядь, сколько, не, у, него не ста... сколько у него столица размером? Вот сейчас у кого? А все, что такое. 14 у него Москва. Нет, у тебя. Ты первый по науке открыл Голиас. 15. Я не открыл Голиас. Я открыл оптику только что. Маяк построить в Лиссабоне. Кому ты там шепчешь? У меня почему-то Мидкайр с арбалетом на одной клетке встали. Это не в городе. Может быть сейчас рассинхрон. Я убил. Пожалуйста, Сиам, арбалет убей. Всем ходом. В первую очередь стреляй арбалет. Я кликаю. Максимально быстро кликаю. Бил вроде как. Да, отлично. Еще не понимаю, как мы тут погрызлись капканчиком. Здорово, халява, шо как? Да, как проход там? А ты как там вообще? Два арбалета пожадничал поставить. Теперь лови всю мою ораву. Слушай, ну русский, ну ты походу не берешь. Это походу фиаско, потому что у меня 50, у меня 60 тысяч. Да, 59. Меня просто побил. Мне 59 тысяч, сейчас походу вечная остановочка русский. Очень жалко. Фиаско. Похоже фиаско. Братья. Вот если бы не ваша помощь, вот видите... А вы хотели распилить места уже еще. Он еще ничего не взял. Успокойся, это кто-то какой-то как это, так это вы вдвоем с Лорд Ринга вообще-то я на пару. Я не говорил, он распил мест, я поражался этого. Может, стебнулся, и ты не так понял. Пилить, когда у меня пятая игра, пилить вообще слоты, типа воюю я ни с кем. Окей, да, я тут не беру, да. Мегаешься? Не-не. Против троих и воевать. Стоям бы, надо Питер попробовать взять. Вы что, мириться? Это он останется это просто... Хорошо, а кому останется Питер? Ну, парни, ну вы понимаете. Мне? Я же фигово развит. Пострадавший в стране, да, Лёша.
Все плохо. Может, даже Москва получится ответить. Может, и Москва, Леша, да. А что? Нет, Москву я согласен. Нет, просто понимаете, у чувака надо что-то взять, раз мы его побеждаем. Вы не дойдете, нет, до Москвы, наверное, либо вы меня полностью распили, потому что я тебе просто так же, ты же понимаешь, я буду... Ну, естественно, естественно. Нет, просто сейчас пока не выглядит так, что на ровных условиях можно мириться. Ну, не получится у нас, тогда замиримся, в чем проблема. То есть ты вот напал, у тебя, главное, не получилось, и ты сразу требуешь мир. Хотя тебе все объясняли, что не стоит. Убивай коляску. Тогда арбалет обстреливай. Я думал, у меня будет обстреливать. Не-не-не, пуски. Давайте все не мириться с ним, раз мы все в одной пряжке. Ну да, нет, так а смысл, понимаешь, если у него не получилось взять, значит, надо его ослабить каким-то образом. Я не говорю, что мы прямо сейчас у русского Питер возьмем, потому что он реально у него тоже так, как у меня Рабат, ну, неудобно стоял, так у него Питер. Но, и тем более у него, напомню, у него стена. Но, как минимум, чтобы он там армию устроил, вот это вот все. Тоже ее строим. Все в образовании. Я не в образовании. У меня тут недообразование было. Ну, не знаю, у меня 76 науки, это уже вообще... На одну колбочку меньше. Ну, реально мало. Но у тебя джунгли, у тебя типа больше. Так, у меня еще нет универов. У меня с чего? У меня тоже нет, я их только поставил в строй. Типа... Блядь, это пизда. Ну не ругайся, что происходит, блин? Я просто слушаю вашу науку, универы уже стоят там у человека. У кого? Дай угадаю, у русского? Нет, у... Я вижу в трейне 4 соли. Я вижу 4 соли, я вижу Викторию, я вижу везде амбарды и реки. И вообще кучу эстрат ресурсов именно русского. Прям вот. Кому-кому, а тебе точно не выйти. Точно не выиграть данную партию. В центре. Может, убивший Лёшу, ты бы был не в центре, но частично. Там... Русский, да, кстати, он в центре. Защитно. Подходи, Сиам. Надо сейчас. Икс, ты идешь к лагерю? Ну, иду. Сейчас я хемиткаря сейчас отхиливаю. На самом деле, как раз генералы бы набить у Авента, отобрать три клетки лишние. Просто понимаете, когда они шли ко мне, как бы тебе было пофиг, а когда они уже пошли к тебе, ты уже заволновался. Понимаешь? Нет, ты предложил, я привел целую юнит. Да, хорошо. Блин, мы тут с тобой лагерем занимаемся, там люди, вон, у них там вообще фронт. Не знаю, может помочь им там счастьем. Ну, я бы сейчас... Викс, лучше, да, если я бы помощь была, это построить пару рыцарей и таки забежать к русскому в тот тыл и грабить ему. Слушай, Викс, я уже ни на кого не нападаю. Это уже типа манипуляция со стороны Лёши и его вот эти я вот... Я понял, не халява, я не буду с тобой меняться, нет, я не буду трогать тебя. Халява, манипуляция ради чего? Я не буду манипуляция ради того, чтобы меня распилили, и ты бы как бы усилился, вот и все. Да, это нормально. Вопрос, кто тогда станет лидером, типа? Вопрос в том, что ты открываешь демографию, несмотря на то, что ты воюешь, ты все равно первый практически по всему. Я уверен, что по производству, или почем там Сиам первый? А, все, уже русский опять первый. Я только что смотрел. Я убрал. А, убрал. Ну, просто у тебя, видимо, все на производство было. Все тупо русский по всему первый. Ему надо один город забрать. Любой. Заберешь. Новгород. Ну, мы на Питер нападаем. Ну, кто-то заберет Новгород с другой стороны, тоже будет неплохо. Кто не заберет Новгород? Ну, вот видишь, вот так в чем проблема. Об
Так, стрелы, это надо. Блин, чё? Тут дорога. Ну мы с ним отделены просто это, все в холмах и один, одна клетка прохода. То есть, ну тут. Не знаю. Просто промку сливай. Слушай. Не, у тебя не одна клетка. Одна клетка. Почему? Там же. А там же озеро выше. Да дура. Выше этой горы еще две клетки проход. Такие клетки у тебя есть. Иди, наверное, сям вот через речку перепрыгивай, с той стороны как бы обходи. Потом следующим ходом обстреляем это копье. Ты ж его видишь, да? Все тут релишку хотели русского. Чё-то, мне кажется, он никому тире не даст. С такой подозрением. Ну так, конечно, он... Пережить это все еще. Ребята, а кто-нибудь мне денег даст? Хоть сколько-нибудь? Да давайте ему деньги вот. Так опять, Apple юниты? На тебя никто не нападает. Ну все уже. Ну чё ты, типа, вот это вот начинаешь? Интересное дело. То есть ты... Ты уже нападаешь. Уже нападаешь. Сразу видно, очень профессиональное лобби. Все сразу в арбалеты повыходили. Я скоро закончится арбалеты между Ростовом и... Санкт-Петербурга в ущелье. Там бы как-то там поднатожиться. Они не возьмут, тут не берется, ну, Питер. Сам ты говорит, я серьезно говорю. Ну, знаешь, халява, глядя, как ты брал рабат, я думаю, у нас есть шансы все-таки. Че, рабат там, две клетки, такое себе выстрелить. Туда идти, тем более тебе все. Ну, а Питер обстреливается не с двух клеток, а раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, хорошо, давай. Всего хорошего. Не, халява. Сначала убьешь моих всех арбалет, там замеримся. Ясно. Не, ну подожди, мне ж надо их куда-то девать. Так, пешки подарю, довольно. Шты, а не, хрень какая-то. А где ты нападаешь, португалец? Ну, еще левее возле есть. Лавенты есть ущелка. Тут такая идеальная горная система прям для русского. Вот стой, он ну, просто где-то. Тут ни копье, ничего не поставил. И ну, просто... отлично, отлично. Ты должен сям как-то на Санкт-Петербург выходить через Лавенту. Дорогу ты проложил? У тебя нету. Да-да-да, дорожка там есть. Русский, у тебя единственный шанс просто сейчас отдать Питер, и тогда все с тобой там замерятся. Успокойся. Начинаешь что-то. Смотри, что я построил. Все, сдаюсь. Можно сдаться, парни? Сейчас. Нет, играем. Нет. Ты должен столицу потерять. Я тут уже мискликаю за тебя. Португалец, прими, пожалуйста. Португалец, спасибо. Сям, обстреляй арбалетно. Я пострелял там все. Я понял. Так, давайте-ка мы еще туда рабочих перебросим. Тут-то у меня все уже сделано. Слушай, Дик, у тебя будет что-нибудь на обмен? Ничего. А у тебя вообще рюксов нет для меня? Да у меня все плохо, на самом деле. Мне еще войну объявил, блин. Момент туда я заберу. Ты мне ничего не предлагаешь, дай мне бабок, я замерюсь. Ну и каждому из пятерых давать потом. Нет, ну подожди, войну ж только я захотел объявить прям сразу же. Кого больше я не смотрю? Нет, я не хейтер. Я наоборот смотрю, как ты типа со слояром катаешь, типа угораю там порой. Ну, веселый тип. На веселе. Да, Дик. Ну, Дик знает все мемчики там, конечно, да, он такой. Я ж, ну, смысл мне против тебя играть, ты что? Такой классный игрок. Ты так, убитель. Ну, так видишь, у меня еще до сих пор последний. Все, Сиам, следующим ходом просто вперед арбалеты веди, которые у тебя стоят. О, я дорожку заделаю. Следующим ходом, следующим ходом. Ой, там кислота. Что, следующим ходом? Они тут давно уже стоят. Обыца от меня. Подождите, халява там что-то предлагал следующим ходом. Предлагал. Он может, типа, выйдет в порох. Но он не идет туда, я посмотрел.
Да, ну, блин, тогда... вы тут не возьмете. Да, сталеварение не открыто. Пусть не угрожает. Старайтесь, но, блин. Шансов нет его взять, даже пить. Чё с капканом? А, нет, всё. Пинг поднялся. Тебе нормально? А, ты уже надоел мне. Вот так, блядь. Не успел. Не надо. На тебе. Нет. Чё, давай мириться, капкан? Нет, подожди, ещё 3 арбалета. Сейчас их не будет. Не, ну убьёшь, окей, типа, я вложил свой вклад. А вот пытаюсь очень долго у Алматы Красители пограбить, но арбалет у меня чисто кейтит. А чем он тебе второй раз обстрелял, Сиам, этот арбалет? Там два арбалетчика стояло. О, тут Сиам подошел, может я пару юнитов еще построю. Подъехал. Да тут нечего смысла мирить, сейчас мы ему эти арбалеты, которые вокруг Питера стоят, убьем и все. Я понимаю, да, что типа он очень... Ты поможешь мне? Я просто не торгую с русским участием. Он начинает так, ну, хорошенько меня пытаться задобрить, как-то замириться. Уже второй ход подряд. Я могу сам повторить. Икса, может, тогда чуть-чуть денег дашь? Просто я-то воюю, у меня армия, у меня расход. Да, да, давай сейчас, конечно. Давай там 60 голды хотя бы. Давай, давай. Просто как бы с ним не воюю, поэтому сейчас я... Слушай, ты понимаешь, что... Блин, это они уже на меня нападают. Я защищаюсь. Тебя надо наказать. Показать за твою дерзость, так, то, что да. Ты пошел соседа убивать. Ты, по мне, надо это просто искоренять в людях. Смотрите, я Питер уже обстреливаю. О, давай. Ты победил. Чё ты так? О, кей, вот это какое дело, Викс. Ты уже одобряем. Чего? Чё, мне убивать этот арбалетик или тебя? Ты кого Сиам? Нет, ты убивай. У меня арбалеты в основном для того, чтобы на Питер обстреливать. Просто, халява, тут сейчас будет 300 спартанцев. Вау. Опять, таймер закончился, конкистадор подошел. Ну, я как не ты знаю. Это объяснить? Я не хожу. Я даже не знаю, как использовать шифты. Ты о чем? Я тебе серьезно говорю. А, вот блин, тебе стена, повезло. Я забыл. Вот просто лакер. Конкистадор выжил на 2 хп. На одном вообще. Можешь стрельнуть в лагерь, Викс, я его забрать смогу. А он все, он отдает Питер, по-моему. Нет. Full story. Значит. Из того, что хотели. Просто у нас настолько больше армии, чем у него, что... Так это ж отлично. Нет, ребят, я тут армию перестану строить, а то у меня универчики появились. Не, ну да, я ж тоже, типа, мы помогли неплохим вкладом. А у кого там вторая промочка? Под 95. Меня 94. Стрельба. Да боже, успокойся, халява, убей 3 последних, они уже красные. Ты надо мне эти войска убивать, когда у меня там под 5. Я тебе сейчас могу убить рыцаря и конкистадора. Успею пробить. Не надо убивать. Ты потеряешь 2 юнита, и я потеряю 2 юнита. То, что. Я не знаю, лординга, наверное, все же понимаю, что я с ним воевать все же не буду. И эта армия не особо надо. Вот, как отстойся. Да. У меня 4 города на воде. На уж надо строить на каких-то молотках. Житомир вообще один холм у меня. Бедненький. Самая беспалевная мачо в мире, по-моему. До сих пор же не построил никто. В Арбате прям так. Почти. Чисто до конца воюет, сразу видно. Не, к сожалению, не, я ставил матч на самом деле еще до войны в очередь. Тут у меня закончилось строить арбалеты. Спасибо, что напомнили. Я сейчас поставлю арбалеты обратно. Оно стояло в очереди давно, а там огромная очередь арбалетов была. Очередь. Thank you.
Ну ладно. Конкистадор не успел словить. Двигай как бы вперед сям арбалет, ну как бы по диагонали вниз. А, там кто-то стоит еще? Нет, там кто-то пройдется. О, генерал, теперь я его смогу поставить, чтобы Киев защитить с воды. О, минус арбалет. Вот, все, просто победа. Поздравляю. Что мне говорят? Вообще тут будет тяжело продавить. Да. Поэтому тебе надо мириться с ним. Не надо ничего, не слушай, он пожаровки. Ты там. Что тяжело, до Москвы дойти? А ездишь? Что тяжелее, сжечь Москву? Жечь дотла. Как-то ну, там пока воюйте, пока там 35% парни. Слушай. Кстати, да, парни, там уже человек. Последние 32, первые. Так, 75. Там 3% лол. И тем более то, что о боже. Не, ребята, да, то, что португалец типа впереди по науке. Вы посмотрите, в оптику. Ребята, вы посмотрите, мы воюем с русскими, все равно по всему на первом месте в демографии. Жуть. Жесткий. Жуть. Это просто вообще, несмотря на то, что удачи. Держать. Ты там бубнишь, не слышно. Громче, плиз. Звук прибавь. Я говорю, ты это там. Дальше будете, у вас все получится. Подожди, по-моему, получается. Я не уверен, но, по-моему, вот я хорошо зашел к тебе, и поэтому ты сейчас Санкт-Петербург. Не, ну против троих воевать, ну ты как думаешь, что. А мы тебя предупреждали в самом начале войны. Пойдем упарываться. Вот сейчас говоришь, типа, против троих воевать. Ну, слышишь, нормально общайся с человеком. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все. Продолжение партии, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.